Добро пожаловать на вступительное видео по третьему сезону Арка. На PvP серверах сразу народ скажу, что 2 года назад было очень много PvP серверов Арка. На все вкусы. С различными модификациями. Сейчас серверов крайне мало и выбирать практически не с чего. Лучшее, что я смог найти, то и нашел. Видео есть сервера на 2021-2022 год. Сразу скажу, что видео будут выходить с опозданием после съемки на 2-3 месяца минимум. С чем это связано? Ну, во-первых, многие моды имеют различную музыку, некоторые имеют авторские права. Ее необходимо вырезать. Видео, да, необходимо вырезать. YouTube не всю музыку сразу, как правило, определяет. Так что приходится держать видео по 2-3 месяца. Это, да, сейчас на данный момент у меня первая проблема. Во-вторых, как правило, во многих онлайнных играх, это у меня вообще-то раньше было первое. Я играю без помощи админов, без админки и многих плюшек на халяву. Да, блин, я играю как обычный игрок. Вследствие защиты своей жопки я выпускаю, как правило, видео после того, как отыграю на сервере. Изучу его и получу удовольствие и расскажу вам про него. Иначе, я уже проверял, меня просто, так сказать, достают и уничтожают постоянно. В-третьих, в принципе, я это уже говорил ранее, я играю как стандартный игрок. Мне хотелось бы поиграть, а не снять от балды 5-7 серий и уходить с сервера, так как некоторым очень нравится подпинывать ютуберов. Я, в принципе, уже говорил это, но повторюсь еще раз. Нет у меня админки и нет плюшек от админов. И объясню еще одно. Как правило, на серверах Арка и Раста играют ютуберы, у которых намного больше возможностей, чем у обычного игрока. И не надо удивляться, почему они так могут, а вы нет. Я уже говорил как-то раз. На таких серверах обычные игроки просто подстилки для донатеров и знакомых админа. В принципе, я все, что сказал, пояснение сказал. Приятного просмотра.